Недавно на нашем канале вышло видео, как басики наводят порядки. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите, как они сначала все разбросали, а потом вот навели порядочки. И теперь пришли наши крысяки-пупсяки, Татоша и Емеля. Пришли вот проверить, хорошо ли они порядки здесь навели. Татошечка взял вкусняшку и побежал. Емелечка куда-то побежит. Ну посиди здесь, покушай. Покушай вот, покушай спокойненько, покушай. Покушай. Нет, скажи, куда-то побегу. Куда-то побегу. И куда ты побежишь? Вон, боишься, что... Боится. Смотрите, боится, что басики отберут. Смотрите, боится, что думает, сейчас басики откусят. Басики отберут, отберут. Ешь! Не отберут басики, не бойся. Не бойся, басики не любят такое. Сиди, ешь спокойно. Сиди, ешь спокойно, басики не отберут. Басики вы не отберете? Басики любят наших крыс, а наши крысы любят басиков. Татошка взял палочку кукурузную и побежал. Емеля, что ты не можешь найти вкусняшку? Проверяешь, да? В вещичках басиков. Может, где-то там спряталась. Может, где-то там. А вон, смотри, целая банка. Смотри, Емель, смотри, вон целая банка. Смотри. Ку-ку. Чего это он не хочет интересно есть кукурузную палочку? Так может, потому что он уже ухватил? Смотрите, он уже ухватил, похоже, кукурузную палочку. Да, уже ухватил, куда-то побежит. А мы тебя не пустим. А мы тебя не пустим, сиди, ешь тут. Нам нравится, когда ты кушаешь с нами. А можно мы тебе тоже палочку чуть-чуть укусим? Можно? Чуть-чуть. Ням-ням, можно? Капельку поплёбывать. Вкуснятинка с объедятинкой. Какой ты красивый, Емеля. Кукусики. Иди вон там палочку возьми, еще возьми, возьми, мы еще посмотрим, как ты ешь. Убегает, Емелечка убегает. Смотри, Емелька, угощайся еще, бери палочку. Смотри, Емеля, смотри, бери. Смотри, бери палочку еще. На, тебе дам палочку, на, на. Да, я буду держать, а ты ешь, давай. Смотри, подожди, стой, я буду держать, а ты ешь. Ну-ка.